Пойдем. 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 Чайник снимать на батут идем. Пойдем. Нормально. Да не надо продукты снимать, Паш. Надо прибраться, короче. Уже это полтора часа не можем выйти из дома. Это не будешь снимать, пистолет? Не будешь? Что, вот эту вставлю? Ау! Да блин, мне больно! Ну что ты руки-то ставишь, мне же больно! Так ты, ой, свечка! Пищу. Все? Отомстила? Мне знаешь, как руку-то, блин, больно, блок поставил. Блок? Я там-то пятерочку так-то тебе дал вроде. Да не надо тут снимать, Паша, я попросила тебя. Встань вон туда и там снимай. Так, отнимай. Ой, бордачело. Пойдем уже. Так мне нечем идти. Где этот волка? Гребаный. На ней идет. Нет. Поедем снимать для вас очень крутой челлендж. Давай не зарекайся, очень крутой. Ну я думаю, что челлендж он получится просто крутым. Надеемся. Едем снимать для вас челлендж, хорошо. Надеемся, что все будет замечательно, потому что он достаточно новый, еще никто его не делал. Вот. В общем, мы достаточно всегда новый, он просто новый, потому что мы его придумали. Да, мы как всегда экспериментируем. Да. Так что ждите на основном канале. Пацанчики нас там узнали, смотрели так и все. Так, снова мы в батут-центре, нашем любимом. Сегодня у нас задача снять челлендж. Настюха не могла найти футболку, в итоге пошла в своей любимой на данный момент майке, штанишечка, пытается максимально выглядеться перед вами, красивый быть, да? А что ты сразу же лицо, так и есть. Все, сейчас разминаемся и поехали. Так, все, сняли мы челлендж, продолжаем снимать влог, друзья. На основной канал переходите, посмотрите, я думаю, что я одновременно выложу, да, к завтрашнего дня, вот. А сейчас, Настюха, рассказывай свои впечатления. Все болит. Все болит. Я просто травмирована очень. Так, давай. Моя задача сейчас все-таки вытренировать это сальто вонючее назад полностью. Макс, ты должен посмотреть, давай, и сказать мнение мастера, давай, что у нас. Мнение мастера. Ну да, неплохо. Неплохо? Это лучше, да, чем вчера. Неплохо! Сначала лучше на батуты сделать. Слышали все? Мне мастер сказал, что неплохо. А? Что быть главным? Теперь задача. Прыгнуть сальто на батуте назад. Я очень боюсь. Ну и так же громко музыку делать. Но надо запробовать. Господи, я боюсь почему-то. О, уже встал. Нормально. Вот так... Только что в окна летел. Молодец. Давай, сейчас вот тебе тренироваться. Сейчас будет лучше. Блин, что-то. Пока боюсь, ноги в разные стороны, руки, да? Боюсь, блин. Не бойся. Я что-то как-то теряюсь пока. Чё? А? А Настя, ты довольна? Да. Даже мой тренер Макс доволен. Фух, так, чё следующее значит? Без этого? Не, да я ещё сюда поделаю. Делай пока, ну. Так, у меня уже неплохо получается сальто назад. Макс, себя заводишь туда, и всё. Макс, покажи ещё раз. А Макс сейчас тренирует Настю делать сальто вперёд. Получается, смотри. Можешь, да, можешь просто вот так ещё поделать. Да, вот, всё, и начинаешь делать. Вот так вот, друзья, можно научиться делать сальто вперед, потихонечку, если. Главное одновременно руки и ноги. Давай, давай, давай. Чуть-чуть распрыгайся. Вот, теперь отталкиваешься. Вот. И кувырочек вперед, грубо говоря. Боишься? Так, друзья, первое сальто с камерой.
назад, естественно. Ну, можно и вперед. Вперед. О, назад. О, прикольно. Только, Макс, ты что не сделаешь, конечно. Итак, Настя сайты вперед, тренируется, продолжает. Блин, сейчас вообще обороты не дала. Сейчас просто прыгнула, ну и все. Вот тут парень умеет. Научился все. Что-то совсем. Итак, у Насти сейчас появился новый вариант, как выучить сальто вперед. Ей дадут пояс. Нормальный сальто. Сальтовый. Итак, Настюха у нас готовится так, к первому своему полноценному сальто. Не бойся, тебя будет держать. Да не бойся, тебя выдержать. Да! Сейчас. Давай, знаю, давай. Что-то... Да прыгнешь ты, да тебя выдержат. Ту! Давай. Ну чё? Ну. Держишь же тебя? Не боись. Сильнее назад. Да не прыгай высоко, просто сильнее отпрыгни назад. Все, боишься? Да, я вообще боюсь. Сыкуха. Тебе потом напишут здесь то, что ты сыкуха, блин. Настюх. Настюха, сыкуха. Так напишут. Наша малышка устала совсем. Все у нее болит. Мне очень шея. Так что мы заканчиваем сегодня. Сегодня был ужасный день. В том плане, что я получила много травм. Но вы их все можете увидеть на основном канале. Потому что в челлендже она столько раз падала неправильно. Это ужас. Да, мне даже кровь из носа текла. Просто женщина полностью травмирована. Ладно, поехали домой. Вот я себе хочу, ребята, две машины. Ну так, чтобы вы знали. Может, кому интересно. На будущее, да? Да. В общем, вот это вот одна из них. Да. Porsche Macan. А вот это вторая. Nissan GT-R. Да, вот эти вот две машины мне бы... Наверняка сделали мою жизнь ярче. Да. Подарите? Что ты сразу же подарите? Я хотел сначала поулановать маленечко. В общем, подарите. Подарите. Не дали мы Настухе отдохнуть. Сейчас пойдем встретимся с Оскаром, помните, который нас с хасками звал. И еще чуть-чуть пофоткал там. Вот. Настюха все еще не может отойти от падений. Я вообще не могу от них отойти. Завтра будет жестче, я думаю. Все будет болеть. А я не могу отойти от того, что я кайфанул. И у меня была задача за 8 занятий стопудово уже прыгнуть, сядь назад, хотя бы в эти поролон. Но я уже на третьем занятии, получается, прыгнул сальто и уже на батуте. Ну, грубо говоря, на втором, потому что на первом. На первом мы просто баловались, да. Можно, короче, научиться прыгать сальто назад. За 2 занятия всего. Да хоть за одно можно научиться, если не дольше там будет. Короче, все в ваших руках, друзья. Всему можно научиться, все можно осилить. Сейчас только Настюха, я думаю... Только не Настя. Я не могу вообще. Я думаю, что к восьмому занятию... Какие у тебя вот задачи к восьмому? Говори. Задача у меня хотя бы нормально сделать это сальто. Ну, тут передний. Ну и задний, если можно. Может быть, получится сделать передний именно на батуте. Или заднее лучше попробовать, может, на батуте? Оно же легче, ты говоришь. Ну, по идее, легче на батуте заднее сделать, реально легче. Да? Да. Все, задачи поставлены у Настюхи. Будем смотреть, что она у нас добьется. Вообще какое-то стекло. Я раньше не такое была. Маленькая была, вообще ничего не боялась.
запомнила. Да? Да. Настя несет мороженку, нюхает ее, нюхает, она так ей нравится сильно. Фоткаться просто надо. Но мы хотим сделать фотографии там чуть пониже. И она уже не может прям хватит. А он так ужасно пахнет. Пина колада. Куда понюхать? Понятно как. Да. В общем, сейчас будем делать какую-нибудь фотографию с мороженкой. Лето, мороженое, Настя. Все. Все сладенькое, только у нас. Ты ведешь, что ли? Да. Выпьешь? Нет. Вкусная такая? Да. Нам будильник нипочем. Мы новый перезаведем. Нет, не в этот раз, Настюша. 4 будильника уже перезавела. Хватит. Пойдем. Пойдем. Я хочу шаверму. Прямо хочу шаверму, ребят. Ну такое бывает, но я думаю, вы меня понимаете. А у Настюхи бомбалейла. Да блин, у меня мамон вообще жесткий. Ну, давай не будем уж прямо у тебя жесткий мамон, но ты бы хотела лучше. Я бы хотела идеальный пресс. Но иногда жесткость, хочется... сухость. Но иногда хочется вместе с Пашкой шаверку, да? Всегда хочется, Паш, всегда, не иногда. Голодные, но довольные. Взяли шаверку шаурму. Настя взяла в честь того, что она все-таки худеет. Чё? Чё? Чё ты в честь того, что ты худеешь, взяла? Маленькую. Маленькую шаурму. А я взял нормальную шаверму. Сейчас идем в парк, довольные. Ну реально, иногда прям так хочется, а? Сыка. Я даже оставлю это слово сыка, потому что оно прям в тему было. Все, идем довольные, короче, в парк. Все боятся синего кита, да, там сейчас в интернете. Да. Ну, есть такая какая-то дебильная все вообще штука. Друзья, вы понимаете? Что, не заходим туда. Вы понимаете, что такой ларек, это вам не хухры-мухры ларек синий кит? Туда заходишь, как будто в секту просто. Вот так вот. Нет, самое смешное, что тупейшее название для ларька синий кит. Нет, так это просто синий, типа, синий. А кит, типа, уж китом, не знаю, кит почему. Ну такая теория у тебя такая. Ну синий, это понятно. Короче, они на волне хайпа решили хайпануть. Вот, все. Такие домики. А мы бежим дальше быстрее к лавочкам, сесть, кушать. Или это не бегать? Это божественно, друзья. Отличная погода. Отличная, да. Отличная шаверочка, как мечтали. Все. Кровать прямо. О, ой, как спинки хорошо. Давайте, друзья, всем вам счастья, здоровья, приятного дня, приятного аппетита, приятной ночи, сладких снов, карамельных, мармеладных. Всем. О, романтика. Давайте. Да. Всем пока, удачи. И я думаю, что мы точно завтра с вами точно увидимся заново снова. Да-да. Да-да.